Всем привет! Сегодня я буду готовить сладкие чагельдеки. Меня их научила готовить моя старшая сестра. Поехали! Для начала приготовим опару. К столовой ложке муки отправляем столовую ложку сахара, 8 грамм сухих дрожжей и заливаем 100 миллилитров теплой воды. Перемешиваем лопаточкой и оставим на 10 минут, чтобы дрожжи активизировались. Теплому молоку отправляю растительное масло без запаха, щепотку соли, 2 куриных яйца разбиваем и отправляем в тесто. Все хорошенько перемешаем лопаточкой. Добавляем немного муки. Перемешаем. Опара очень хорошо поднялась, пропиталась кислородом, в ней очень много пузырьков. Отправляю опару в тесто. Перемешаю. Добавляю оставшуюся часть муки в несколько подходов. Продолжаю перемешивать тесто лопаточкой. Затем продолжаю замешивать тесто руками на рабочей поверхности. Нужно замешивать тесто примерно 10 минут, чтобы оно стало упругим и не прилипало ко столу и к рукам. Тесто перекладываю в мисочку, накрываю полиэтиленом и оставляю в теплом месте на 40 минут, чтобы оно подошло. Тем временем варю сироп. В сотейник высыпаю 200 мг сахара. Добавляю 2 чайные ложки лимонного сока и 80 мл воды. Варю сироп на среднем огне до мягких шариков. В холодную воду опускаю несколько капель сиропа. Если капли сворачиваются в шарик, то сироп готов. Вот тесто и подошло. Придаю тесту форму колбаски. При помощи скребочка разделяю на маленькие куски. Из них закатываю шарики, примерно как грецкие орехи. Затем с использованием шумовки придаю тесту ребристую форму. Оставляю заготовки отдыхать. Тем временем в кастрюлю наливаю растительное масло без запаха и нагрею на среднем огне. Обжариваю в нем чагельдеки до румяной корочки. Затем
этом готовые чагельдеки опускаю в сироп, хорошенько обмакивая в сиропе и собираю в сервировочной посуде. Друзья, вот и готовы мои чагельдеки. Вот так они выглядят в разрезе. Они очень вкусные, подходят к чаю и украшают любой стол. Из пропорции ингредиентов, которые я оставила в описании, у меня получилось очень много чагельдеков. Вот столько. Вы же можете эти пропорции уменьшать или увеличивать на свое усмотрение. Всем спасибо за просмотр. До следующих видео. Пока-пока.